Можно тебе задание дать? Нет. Тамаре пропоем когда? Ты вот это вот подарок ей отдашь? Не сейчас, мы когда пропоем. Кому? С днем рождения, Тамаре. Ну ладно. Вот тут вот лежит. Вот. Пакеты отдал, я не вижу. Здесь, где она хочет. Проходим, проходим. Царю небесный, утешителю души сильный, и живень сердцей, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди все весяны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, молим Тебя, благослови наше собрание, прибудь с нами в этот воскресный день. Умудри нас во спасение, сохрани нас в любви друг к другу, согласии и единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Толкование сегодняшнего. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Марка, 9 глава, 17 стиха. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Толкование. И Иисус, пришедший к тем 9 ученикам, которые не восходили с ним на гору, нашел их в состязании с фарисеями. Ибо в отсутствие Иисуса фарисеи, приступив к ученикам его, покушались привлечь их на свою сторону. С 9 стиха по 27. Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что, можешь сжаться над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему».
И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него!» И вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Толкование. Итак, человек тот, пришедший к Иисусу, винил учеников, что они не могли исцелить сына его, но Христос обращает обвинение на него самого и говорит как бы так: «Ты не имеешь веры, и потому ты сам виноват в том, что не исцелился сын твой». Впрочем, слова Иисуса относятся не к одному только этому человеку, а говорит это он вообще о всех иудеях, укоряя их за неверие. Притом он запретил духу, увидев собиравшийся к нему народ. А опять потому, что не хотел исцелять пред множеством народа для показания своей силы и для своей славы. Но он попустил бесу разбить отрока, дабы все поняли бесовское искушение и то, что бес мог бы умерщвлять человека, если б не ограждала их рука Божия. Говоря в переносном смысле, бес повергает людей в огонь гнева и похоти и в бурные волны житейских дел. Этот бес нем и глух. Глух, как не хотящий слышать словес божественных, нем, как не могущий других научить чему-либо душеполезному. Но когда Иисус, то есть евангельское слово, возьмет человека за руку, то есть управит его деятельные силы, тогда он освобождается от беса. Бог готов помогать нам, но мы сами отрицаемся делать добрые дела. С 28 по 29 стих. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Толкование. Ученики боялись, не лишились ли они благодати, данной им от Господа, и не потому ли не могли изгнать беса. Заметьте благоговение их в том, что приступают они к Иисусу наедине. Сей род. Какой? Род бесновавшихся в каждом новомесячии или вообще весь род бесов, который не изгоняется иначе, как молитвою и постом. Можно поститься и тому, кто страждет от них, и тому, кто хочет исцелить. И тому, и другому это нужно. Особенно же требуется это от самого страждущего. Да и не поститься только надобно, но и молиться. И не молиться только, но и поститься. Ибо так истинная молитва совершается, когда соединяется с постом. Когда молящийся не обременен пищей, молится легко и без затруднения. Евангелие от Марка, 9 глава, с 30 по 31 стихи. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Толкование. Везде слово о своем страдании соединял Иисус с чудотворениями, дабы не подумали, что он страдал по немощи. За скорбями всегда последует радость, и поэтому, дабы не истоевали духом напрасно в скорбях, но надеялись получить что-либо и радостное. Господу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.
Кто Татьяна поднимет, кто пойдет проверить? Так, а ну-ка, изменишь, ну кто навестить? А ее в будние дни можно навестить? Давайте я скажу к ней, или только выходные. Передай. Можешь подпишись? Я выходит. Так, прошло половина поста. В одной из бесед святитель Златоуста говорит. Радуемся, прошла половина поста. Вот. Но за это время мы, говорит, хоть сколько-нибудь избавились от каких-то грехов. А если нет, то напрасное время прошло. Только было воздержание от пищи. А пост ведь не только воздержание от пищи, что экономия какая-то, дешевле вроде бы будет. А именно для духовного направления, это духовное пост дает, чтобы больше, говорит, молитвы у нас в это время, коленопреклоненные молитвы. Вот, продолжительные молитвы. Но не нужно забывать, вы слышали, сегодня мой сказал о милостыне, что была и милостыня. Вот. Чтобы молитва наша достигла, говорит, престола Божия, нужно, говорит, ей два крыла. Это пост и милостыня. Вот тогда может достигнуть молитва. Прошла половина поста. Осталось 3 недели. Считаю, что 2 недели. Страстная седмица, как бы уже это отдельно идет. Вот. Следующий приезд будет я через 2 воскресенья. То есть, наверное, воскресенье. Вот. В этом году раньше вербы распустились. Я нарезал, но сейчас куда? В холодильник положили, там матушка положила, чтобы сохранить. Уже распустились вербочки все, потому что было тепло. Вот. А потом как-то так похолодало еще немножко. Вот. Ну. Так вот. Так, что еще ты вам хотел что-то сказать? Ко мне какие вопросы? Давайте. Ну, ох, как я вас удовлетворю. Даже вопросов никаких нет. А? Потеряете обстановка мирная, хорошая. Нет у нас никаких разделений, нет. Ничего. Все пока единомысленно. Вот. Плотины пока на день пятницы, субботы я не знаю, что там было. Плотины все сохранили, вот, что не разорвало их там. Было на Рижковском, был прорыв небольшой, но вовремя захватили там и остановили. Не знаю, как это сейчас, если поднимется вода, там все было. Нужно поднимать еще, и на Рижском нужно поднимать примерно на полметра, плотину поднимать надо, чтобы была вода и нормально было, не бояться. Ну а так, что у нас? Все так благополучно, болящих шибко нет никого. Вот, все пока здоровы, трудятся, дома там. Все сейчас готовятся к весне, рассады высаживают уже в парники, девочки. Вот. Есть так. Ну вот так вот. В общем, так вот. Все. Пока. Слава Богу. Благополучно. Занятия в школе идут у нас. 3 ученика, 2 учителя. Даже 3. Ну, третий как не штатный учитель. А 2 учителя штатные. У нас. Ученика 3. Такие школы, как у нас, это редко где есть. 3 ученика, 2 учителя. Ну, учатся что-то. 9-й класс будет выпуск, 1 ученик в 9-м классе. А вот такие дела. Потеряешь, значит, все у нас так. Еще что? Слава Богу. Слава Богу. Мне вчера операцию делали в больнице. Да. Я оглох на ухо, на левое. Уже 3 недели прошло. Я совсем, если левое, правое ухо заткну, то я вообще не слышу. Левое ухо не слышит. Не слышит, совсем не слышала ничего. Я, когда говорю, вот, я голос свой не слышу, своего голоса. А когда голос я не слышу, я не могу попасть с клиросом, что поют, так как говорится, в тон. Я их плохо слышу, и свой голос я не слышу. Как я говорю, я не могу. А сегодня как-то как прям как народился. Вот. А вчера
подговорила на Надю. Говорю, Надя, узнай, может там как-то в этой. Очистить. Да, сейчас она где-то созвонилась, нашла своих там друзей студенческих, кто где-то работает. Она оказалась ее друг в Казахстане, та с Казахстана позвонила сюда, где она работала, попросила этих, чтобы приняли. Ой, как пошла. И я приехали, все, она приехала, быстренько раз заглянула, что вас беспокоит. Такая веселая, это, стройная врачиха. А? Молодая, молодая, ну как молодая, ну как Надя, наверное, вместе, наверное. Может помоложе, нет, она с ней не училась. Ну да, она тут же сразу раз у нее в ухо, так, сейчас, говорит, у вас, наверное, пробочка. И вытаскивает там пробка, там чуть поменьше ногтя, вот как это. С одного уха, с другого уха вытащила это. Тут быстро, она буквально, я не знаю, до 5 минут-то не было. Все. Минуты 2, наверное, 3, там, не больше. Все, затем было там лекарства какие-то ваточки, через 2 часа вытащить, и все, мы и пошли. Буквально так. Ну и а потом, когда ваточки убрал, так у меня как-то сразу вначале зашумело в ушах, я все головой помотал, так что уже привык. А я думал, что слуховой аппарат покупать надо, наверное, все, совсем не слышу, как. Батюшка, не сильно громко вы пили сегодня? Нет, хорошо, нет? Нормально. Вы когда... Поняли, что литургия Василия Великого, там в некоторых местах молитвы есть, может быть, скажем, 4, 5, 6 раз продолжительнее, чем у Иоанна Златоуста на литургии. Поэтому там пение, где хорошо там поют, у них долго поют, что успевает. У нас быстрее поют, поэтому нет, вы пропели, все, стойте, я дальше вслух читаю молитву, продолжаю ее произносить, эту молитву во всеуслышание. Вот и все. А то я сегодня, во всем случае, начал, они прекратили, я начал громко, а не, давай петь себе, ну, зачем такое, я читаю слух, а вы поете, не надо тогда уже петь. Так, там, у Иоанна Златоуста, допустим, только на полстраницы нет молитвы, а у Василия Великого 2 с лишним страницы полных, 2,5 страницы молитва такая, ну, где там, это петь надо как там, тянуть, вот, разница в этом. Так литургия это все такое, только вот молитвы продолжительнее. Вот. Есть еще литургия Иакова. Ну, ее я только один раз как-то присутствовал на этой литургии, владыка Максим служил ее, ее редко как служит. А Иоанна Василия Великого 10 раз в году служится литургия. Василия Великого. Великим постом каждое воскресенье, теперь там на обрезание. Ну что, какие-то дни, сейчас я не скажу. Его память, когда память Василия Великого служится. Остальное все на Златоуст у нас служится литургия. Ну вот. Так, кто не исповедовался еще, готовьтесь. Следующая, последняя исповедь будет в Великом Посту в субботу. Сюда зовет суббота. Накануне Верного Воскресения. Вот Верное Воскресение только у русских верное. Больше его нигде нет Верного Воскресения. У русских только. Потому что Христос, когда заходил, то посылали ему пальмовые ветви. Ну да, а у нас где? Какую пальму? Вербочки вперед распускаются, поэтому и воспоминания того события срезали эти ветви, распустившиеся. И так у нас называется Верное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим, у нас все верное, верное воскресенье. Даже кино снимает, одно кино так и называется «Верное воскресенье». Да, такое там. Про одну там балерину. Ну так вот все. Все, нет больше никаких вопросов? Слушай, вопрос. Такой вот. Подписчики видеоканала на ютубе беспокоятся о участи вашей батюшка и общины нашей. Да ты что? Да, беспокоятся, они нас любят. Значит, дело в том, что известный журналист Алексей Шахматов хочет заступиться за отца Владимира Головина из Болгара, которого лишили сана. Ну и берет интервью у него, вот собирает подписи. И Игнат Тихонович тоже хочет с ним встретиться, и как-то эта встреча может повредить общине и нам. Таким образом, какой вот на ваш счет, успокоить их или... Кого успокоить? Подписчиков.
Да мы не знаю, подписчик, что их успокаивает, подписчик успокаивает. Все в руке Божьей находится. Но... Вы боитесь, не встречаетесь, скажите, не приезжай к нам, мы боимся, как бы что ни случилось. Он не приедет ведь. Но... Вы желаете, чтобы он приехал? Успокойте подписчика. Ты желаешь, чтобы он приехал? Шахматов это. Желаю. Ну так и все, что тогда? Ну если боитесь и желаете, тогда что тогда? Не надо там. Ничего себе Господь за нас никто не сделает. А если, как говорится, мы сами недостойны этого, то там никто не будет приезжать и все развалится. Понимаешь, как? Да. Ну вот и все, что здесь об этом? О нас, там. То, что мы не знаем, я к этому отношусь осторожно, потому что я знаю не один случай, когда вот там батюшка что-то, а вот у него ни за что. А когда забираешься, да было за что-то там. Поэтому я ничего не говорю вроде, что там ни за что-то его или как, но я не знаю. Поэтому я не собираюсь судить, что ну не просто так что-то, вот, что-то такое наше. Ну. У нас уж близко был, отец Павел из камня набит. Ну, только за то, что он там, говорит, прочитал по отношению к патриарху, там видение было патриарха. Да не за видение патриарха. А он тайно приехал, тайно микрофончик у себя спрятал и с епископом разговаривает, тайно записать его. А микрофончик зазвенел. Ну а епископ, ты еще это шпионишь там. Ну и вот он за это сорвал с него рясу, пошел вон там, разгневался на него и все. А не за то, что он это, там что-то сказал это было, понимаешь? Там? Поэтому в каждом случае надо быть осторожным судить, но что-то там было. Если его, то при чем здесь сын? Если сын нигде ничего не выступал, нигде его не было видно. И при чем здесь сын-то? А, сына же его тоже запретили, да? Я знаю, ну да, сына лишили сана тоже. Я знаю, что знакомых-то были, да, священник там все, его там извергли. Ну а допустим, взять сын как служили, так и служит. И ничего не было. Ну, понимаете, как здесь? Поэтому... Так, а что, ну, приедет, он приедет. То, что не желаете говорить, лишнего, не болтаете, не говорите ничего. А то вы сами говорите, сидеть нам тихо, надо мирно сидеть. А сами везде вылазите, лезете везде. Ну, не надо так делать-то. А то везде, говорит, нам тихо сидеть мирно не надо. Батюшка, добро должно быть с кулачком. А-а-а. Ну, с махоньким хотя бы. Ну, это по-твоему Евангелию так, по-дубуновскому Евангелию так. Да, по-дубуновскому, да. Так, это так. Ты напиши его, голубые корочки. Обязательно. Оно у меня на сердце написано. А, вот это оно. На скрижале. Добро с кулаком должно быть. Можно еще вопрос? Да. Вот здесь висела молитва «Защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних распри, от беззаконий, которые в тайне». Я слышу, что-то совсем другую молитву стали. Это как бы решили, да, другую уже, ту молитву уже не читаем. Вот она здесь, всегда мы ее читаем. Ну, сегодня не читали, в прошлый раз, в воскресенье, тоже не читали. Ты читали, в конце читали. Тебя не было просто. Читаем каждое воскресенье. В конце. Прошу прощения тогда. Я думала, заменили на другую. Нет, читаем каждое воскресенье. Прошу прощения. Так, еще ко мне какие вопросы? Как будет у нас? А? Мое настояние. Да, на неделю, батюшки, в среду вечером покаянный канон. Батюшки, дайте куда-то. Потом все завишем тут нашего креста. Батюшки-то не будет. В среду вечером, в среду вечером, накануне четверга, великий канон полностью. Кто-то на 4 дня делили, а это полностью будет. Это везде. В каждом храме так будет. Вот так вот. Ну все тогда, раз нет, давайте тогда дайте что-то объявлять. Ну, о болящих, как обычно мы говорим, да? Татьяна Кузьминична всем передает поклон, благодарит за молитву. Пока еще не совсем здоров, чтобы прийти с нами вместе помолиться. Да, я не говорит. Благодарю вас за молитву. Я выздоровела. Молодец. Я выздоровела. Учеба-то как у тебя? Как с учебой? Ну, я с... Догонишь? Да, догоню, постараюсь. Если что, одногруппницы мне помогут. И учителя. Ну, давай, с Божьей помощью помолитесь, чтобы Господь помог ей догнать то, что она пропустила. Наверное, не заболеть в первую очередь еще раз. Да, и берегись, чтобы ты не это, не постывала. Босиком-то не бегай по полу.
у себя там? Зачем ты это делаешь? Хорошим. Как Фрося? Где она? Фрося дома осталась. Просто она не хворает там? Дежурить у нас там. Дежурить, понятно. Да, как Ваня, как Нестор? Поправились? Как с учебой? Там нормально? Там на столе стоит. Чего молчишь? Поставь, пожалуйста, на печечке. Ну ты, там у тебя двойка-то много? Нету? У меня вообще ничего нет. Ни одной оценки нет. Ни одной? Ну понятно. Надо только менять. Болел. Болел. Еще болящие. Кто у нас болящие-то? Еще мама, Татьяна, мама поклон передает. Моя спасибо тоже. Христос, поклон. Благодарит за молитву. Татьяна Александровна, здесь? На таблетки начала пить. Благодарю всех за таблетки. У меня рана заживает сейчас. Я уже наступаю полностью на ступню, но быстро ходить не могу. Теперь болят колени. Следующая операция протезирования коленных суставов предлагают. Оба сразу? Нет, оба сразу не могут. Они не берутся оба сразу с коленных суставов. Ну, я еще думаю, Зима. Может быть, я вот эту вот весну, лето как-нибудь еще прохожу, чтобы уже в зиму потом. Потому что потом реабилитационный период после колени 4 месяца как минимум. Ну, на очередь ставят? Ну, на квоту пока поставили квоту, но да. Я так думаю, что квоты там бывают иногда до полугода и 8 месяцев нужно ждать. Поэтому вот ладно. Этот период лета пройдет. Нет, бесплатно. Нет. У меня бесплатно. Угу. Я бесплатно ну, делала без квоты. Бесплатную операцию. И квота бесплатно тоже. Они у них в этом в центре ортопедии и травматологии. Значит, у них за плату идут только не иногородние, а просто из других республик и краев, которые приезжают. Там вот, когда я первый раз лежала, там из Хабаровского, из ну, Южно-Сахалинска, даже вот весь Дальний Восток, поскольку там у нас на всю Сибирь был один такой центр. Сейчас такой центр запускают в городе Новосибирске. Нагрузка на наш этот центр поменьше будет. И берут вот только тех, кто издалека приехал, из-за пределов Алтайского края. Вот это так. Понятно. Ну, а пока помоги, Господи. Квота, когда подойдет еще, ну, я думаю, так, через полгода, месяцев 8, даже много. Помоги, Господи. Можно еще это? Да, брат. Я хочу, чтобы помолились. То же самое у меня тоже с суставом. 11 апреля меня будут ставить на квоту. Ну, чтобы как бы там побыстрее это было или правильнее было, я даже не знаю, что, как правильно сказать. Ну, у меня, в общем, левой ноги нету. Все. У нас специалисты по таким операциям, как делали мне, есть еще в больнице моторного завода. Ортопедо-травматологическое отделение там. Там врачи тоже прошли переаттестацию. И я делала здесь без очереди, без квоты. Просто по направлению, как сказать, своего хирурга-травматолога в поликлинике. Поэтому я так быстро попала на операцию в этот раз. А вообще делают операции, там точно такие же операции по, как это называется, вальгоскопии, по-моему, когда удаляют сустав этот, на большом пальце и разгибают палец второй, третий, значит, это вот на стопе. Делают такую операцию, можно сделать в больнице моторного завода. Благодарю вас за рекламу. Ну, я, ну не считайте это рекламой. Не считайте нет, нормально это все рекламой. Но, спасибо, Христос, за информацию. Для кого это важно, учтут. Но вы же всех важны. Сестра Оля, благодарю. Расскажи про себя и расскажи про брата. Мы все хотим услышать, как у них там дела. Благодарю всех за молитвы, за заботу, за любовь. Спаси Христос всех вас. И брат тоже благодарит. Они получили квартиру, 77 квадратов, социальное жилье. Ну, начинают там белить и обои менять. И на работу он 26-го вышел к фермеру. Ну, почему-то один день проработал, а дальше новостей не знаю. В воскресенье, вот сегодня должна состояться встреча у нас по видео. В 9 часов он нас вечера собирает. Саркисон, по скайпу Саркисон, Валентин. Поклоны. Хорошо. Вот, и Наталья Усатая, вот, кто у нас занимается по скайпу, и я, и крестный сына Витинова, пока наша аудитория вся. Mm-hmm.
Низкий поклон. Ты сообщи нам потом. Спасибо, Христос. Тебе, наверное, сбросить. Виктор Андреевич, ну, да, да, не надо. Все сказали. Я тоже всех благодарю за молитву. Я в больнице лежала 2 недели полностью, прошла многих врачей, многие обследования. Сейчас я нахожусь на амбулаторном лечении. Тут дома. Но еще есть процесс лечения. Как с продажей дело продвигается у вас там? Квартира дома? Только один был звонок, больше ничего. Я вот в прошлое воскресенье предлагал просить брата Владимира поехать к вам туда и сделать видеоролик, что в качестве рекламы, чтобы это было, продажа была более успешной. Вот вы тут состыкуйтесь с ним, попросите. Я думаю, что много свободных сейчас продается, много. Ну, это зависит от того, как подать. Ведь товар-то он всегда должен быть лицом. Такая корона на сама, она продала. Она уже теперь за кутки. Не хочешь продавать? Не знаю. Ну, как Бог даст. Валентина, как конечно, там дела? В семье это трудно жить. Слава Богу. Это очень трудно. Все, благодарю. Да, за молитву благодарю. Во вторник пойду уже, я не знаю, как там мне документ выдадут, потому что там опять немножко неправильно себя повела. Ну что ж так? Ну молись вот прежде, чем ну, идти. Любопытная очень. Залезла в диск в этот земельный. И посмотреть, что там есть. Вот не знаю, что теперь будет. Да ничего страшного. Угу. Ну конечно, а юрист сказал, что страшно. Ничего страшного. В какой диск вы залезли? Куда? На земельные границы все это, земель наша. Прямо сразу, ничего страшного. Ну как, вы сами залезли, что ли? Не сама, а сама я не умею. Я попросила человека. И вот он мне эти вот выдал, что там есть. Посмотрел. Ну что? Ну это запрет. Сказали же юристы, да, что ладно. Нельзя. Ладно, что, брат, поясни. Ну, и потом мне это все разбирают. Я в этом не сильно разбираюсь. Но если при кредите там что-то, может быть, повреждено было только в этом. А как? Информация на диске, да, была повреждена? Мне его отдали назад опять. Смотри, сколько хочешь, я так понимаю. Теперь у них нету диска всего. У кого? У них-то? Ну, у нее теперь он скрытый. Почему? А у кого вообще диски есть у вас, а? У меня есть, но я никогда не смотрела. И они сказали, желательно не вскрывать. У меня никаких дисков нету на дом. Ну, это сейчас по-новому. Сейчас все по-новому. Сейчас их за землю оформляют, дают всю документацию. Так, диск, это же... Там не только информация о моей земле. Сестра, да это... Диск это пиксели электронные. Тебе надо, они новый сделают. Диск принесешь им и все. Заплатить деньги. Заплатишь деньги, они тебе новые, если там у тебя что-то сбилось, программа. Эта информация, я так понял, была секретная. Как секретная? Я да ты что? Просто на работе. Совсем все для информации кому-то дают лично. Сколько надо. Ну ее будет лично. Она в специальной программе записывается. Для того, что сопоставимой с той программой, которая есть вот там в кадастре. Если бы секретно, мне расписаться. С этого диска ставили. Распечатывали, видать, бумаги, которые у нас там, планы и так далее. Там что еще есть, ну, на этом диске? Геодезия, да и все. Что-то, ну, может быть, не примут, не раз уже скрыто. Не переживай. Серьезно, успокойся. Лишнего не будем омолотить. Вот с братом поговори. Мы уже говорим. Ну все, значит, все. Этот диск был именно ваш, прям вам его дали? Да. Тогда чего вы боитесь-то? Все. Ну как кадастровая привычка. Спаси Христос, молимся, чтобы Господь помог. Да. Леночка, слово. Не, подождите. Слово. Сядь. Молимся, чтобы помог. Это сами про себя говорили. Подальше, сядьте. Шум тут все рядом. А куда? Ну подальше, сюда. Слушаем Елену Валерьевну. Да сядьте вы все. Куда пошли? Она вот тут. Давай, Елена. Можно на японском? Послушайте. Мне интересно. Ну ладно. Ну, хотела... Тихо. Аригато. Хотела, ну, в первую очередь попросить, конечно, прощения, что меня так долго не было. Вот. Ну и объяснить, собственно, почему меня не было. Причина как бы и простая, и в то же время кто-то подумает, что это очень глупо. У меня просто было, так если... кратко сказать, ужасно плохое настроение, это можно депрессией назвать, можно еще как-то назвать. В общем, мне не хотелось никого не видеть, не слышать. Как в общине, как в университете, ну, вообще. Не верю, благодать называется. Я ни с кем не общалась там, ну, с кем вообще общалась, перестала общаться, вот так. Ну, как бы бывает такое,
кого-то, и вот у меня такое случилось. Вот. Как ты вышла из этого состояния? Божьей помощью или кто-то вытащил тебя? А как я вышла? Я не знаю, вышла ли я. Вот в чём дело. Ну раз ты здесь, значит уже оттуда вышла и пришла сюда. Сюда-то вышла, да. Я не знаю, вот честно говоря. А мы тебя рады видеть. Очень рады. Я-то, конечно, тоже. Мы молились за тебя. Да. И молимся, и будем молиться. Да, всегда. Ты нам очень дорога. Собственно, у меня как бы не было такого желания. Вот, ну, летом, да, это произошло, там по определенной причине, я даже говорю. Ну, в общем, это с работой немножко связано. Ну, неважно даже. Не суть. А вот. Как бы у меня, естественно, не было желания вот так вот взять, прекратить сюда ходить. Я всегда любила сюда ходить, хоть у меня там постоянно какие-то мысли были. Вообще я, как только сюда начала ходить, вообще в 12 лет, как бы я это осознанно делала, и, ну, какое-то время была полностью совсем согласна, ну, а иначе говоря, даже не согласна, просто детскими мозгами там много ничего не понимаешь, по большей части о многом не думаешь, вот на самом деле. Здоровское состояние. Будьте как дети на Христос учил, да, да. Было оставаться в этом состоянии. Потом как-то о каких-то вещах рассуждала, размышляла, с чем-то не согласна была, но... Как бы один момент был, что, как сказать, и у меня характер такой, и в общине, можно так сказать, насаждается такая мысль, что, сейчас, что если, проще говоря, что если ты от какого-то человека или какого-то общества что-то хорошее получаешь, ты должен быть, благодарным. Вот, как бы в ответ что-то хорошее делать, что не, в частности про общину, что если ты ходишь в общину, и, допустим, тебе что-то не понравилось, нельзя вот так взять и уйти. Мне что-то там, где-то мне больше понравилось, возьму и уйду. Вот. Ой, покажи нам, где лучше. И я как бы всегда понимала, что да, это неправильно, что если ходишь в общину и тебе что-то не нравится, как бы нужно попытаться. Либо объясниться, либо попытаться исправить, либо тебе объяснят, что ты не прав, вот так. Вот. Причем, как бы я, распространять этот принцип на как бы все остальные сферы своей жизни. И вот это со мной иногда злую шутку играет, в том смысле, что, как сказать, вот, например, в общине, то есть в какой-то момент... Я поняла, что уже во многом я с чем-то не согласна, вот, но я все равно продолжала ходить. И, то есть вот я сейчас понимаю свою ошибку, что мне, наверное, из общества надо было намного раньше уйти. И вот то, что летом я как бы не собиралась из общества уходить, просто психанула, перестала вообще ходить, да, как бы это не запланировано было. Но я понимаю, что, наверное, с другой стороны, это и хорошо, что я вот психанула, перестала ходить, я поразмыслила и поняла, что оно и надо было перестать, и даже еще раньше. Вот. То есть как бы я ушла не потому, что... Ну, вот сейчас я уже... Я пришла сегодня именно объясниться. То есть я так полагаю, что я не буду сюда ходить. Вот так. Прощаться пришла, да? То есть, очень Лен, за смелость тебе просто большое уважение, за смелость, ту, которую не проявили, респект. Более, да, респект, более взрослые люди не проявили эту смелость, не попрощавшись, ушли. Всей толпой. Я не в какую церковь не ходила, я вообще сейчас в церковь не хожу. Ну, понятно. То есть, как бы если бы я ходила в церковь, я бы сюда ходила. Вот у меня такая мысль, что я не собиралась никогда общину ни на что другое променивать. Здесь как бы у меня вера родилась, и вот, так сказать, здесь я ее тут и оставляю. Вот. То есть если я захочу снова, если бы я захотела вернуться именно в церковь, то да, я бы принесла покаяние, вернулась бы сюда. Я
не приемлю такое поведение, когда люди говорят, ну, приходят в церковь, говорят, да, мы нашли тут истину, а потом раз и куда-то там. Причем, что я вот часто замечала, люди, которые объясняли, почему они сюда ходят, что «а где мы лучше найдем?» Вот я часто эту фразу, «где лучше?» Я считала, что это абсолютно безнравственное объяснение, потому что, может быть, и правда где-то лучше есть, вот я даже не знаю, и мне без разницы. Я сюда ходила, мне было неважно, лучше, хуже, это моя родина, я ее люблю, и я должна в нее вкладываться, вот так. И я действительно замечала, вот все люди, которые ушли из общины, они все вот эту фразу говорили, а где мы лучше найдем? Ну, видимо, вот нашли в их понимании и ушли. А у меня просто такая ситуация, что у меня, ну, как... Сейчас выражу. Ну, что именно я как бы уже не в православном учении, вот так сказать. Ну, вообще ни в каком. То есть, как бы, моя религия была православие, сейчас у меня, скажем так, религии нет. Вот. То есть, я не променяла православие там на что-то другое. Вот я, как бы, над всеми своими убеждениями думала, рассуждала. Вот. Вера потеряна? Вот. Ну, конечно. Я убеждена, что она не потеряна. Она у меня просто переросла в другую форму. Ну, естественно, да, как бы, люди верующие не согласятся, да. Я это считаю, что... Не-не-не, пускай она говорит, не надо. Да, ну, пусть скажет, потом нет, потом. Уже повторяться начинаю. Ты, нет, повторяйся, ты же последний раз пришла. А, вот. Скажи еще нам. Первый раз такое я вижу это. И как бы... То есть у меня была... Ну, как, вот еще даже год назад я еще думала, что надо исповедаться, что я буду дальше ходить. Но потом я просто уже как бы... Поговорив честно с собой, с самой собой, поняла, что ну так просто нельзя. Что, ну, допустим, ну приду я к батюшке и скажу, вот, батюшка, я больше не считаю Библию Словом Божьим. Для меня Библия — это слово человеческое, она ценна для меня. Именно поэтому она, я даже думаю, еще более ценной для меня стала. Ее, в моем понимании, написали люди, но люди, которые любили правду. Они вложили в нее свои надежды, свои страхи, свою любовь. Вот. Вот так. А как же Бог там про Бога придумали? Ну это ладно, это так. Реплика в сторону. Они не были движимы Духом Святым. Ну да, да, да. Не понимаю. Ну если рассматривать как Дух Святой, как мистику, то да. А я наоборот увидел. У меня родился вопрос, но я уже почти что получила ответ. Вот сейчас на некоторые реплики я услышала довольно серьезный ответ. Но все же вопрос я этот задам. Как у тебя... Вот сейчас внутреннее твое, такое твое «я» как личности относится к церкви как структуре, как к структуре религиозной, я так понимаю, что именно так ты ее понимаешь, как структура религиозная, или церковь — это твое личное отношение с Богом. Я поняла, что ты его утрачиваешь, вот это. Церковь — это в самом деле, мы сейчас говорим как, ну, как в таком социальном, как о социальной структуре. Это поняла эту мысль такое? Да, вот это вот, я вот этот вопрос. На самом деле это сакрально. Но это можно даже и как бы это маленько отодвинуть на этом этапе жизни, вот эту, как эту структуру такую. А вот как твое личное, внутреннее общение с Богом, твое личное, я услышала, что вот где боль, вот где трагедия, может быть, даже. Не дай Бог этому случиться. Ну, вот, да, как вы вот правильно поняли, я уже правильно почти ответила на это, вопрос, что да, меня, для меня церковь — это не связь с Богом. Да. Вот. Дэн, ты молишься дома? Я не молюсь, я из принципа перестала молиться. Я очень любила молитву, как бы не надо мне говорить, что я там просто ленивая, не молюсь. Я всегда молилась, любила молитву, но именно вот потому что рассуждала. Вот мои рассуждения меня привели. Ну, вот, допустим, расскажу, как бы время не поджимает. Нет. Ну, нет, не поджимает. То есть я вот как в проповедях рассказываю, что молитва состоит из
ну, прошение, да, вот первая ступень, прошение, потом благодарение, потом восхваление, да, вот такое. Ну да, и как бы, да, я вот в это вникала, старалась, и вот все охватываю, да. Ну и в какой-то момент я вот начала рассуждать, как бы, мне всегда было стыдно что-то просить, вот. То есть у меня было благодарственное словословие, я никогда ничего не просила, мне было стыдно, я считала это неправильно вообще что-то просить. Потому что Бог мне и так уже все дал, все, что мне надо, у меня есть. Как бы, и просить еще что-то, и тем более о каких-то мирских там вещах, это, ну, безнравственно мне казалось. Потом я рассуждала о благодарении, что, как бы, ну, опять же, естественно, никто не согласится со мной. Ну, за что мы благодарим? Когда, ну, допустим, человека за что мы благодарим? Если человек что-то нам доброе сделал, искренне, по идее, вот так, мы благодарим, да. Вот. А Христос говорит, ты за злое благодарите. Ну вы, вот вы как благодарите за злое? Пожалуйста, я вот дайте не представляю этого. Да, ну, если не в теории, а на практике. Легко благодарить его. Это очень легко. Братья, пожалуйста, дайте ей высказаться. Пожалуйста. А, вот. То есть, а как мы, за что мы благодарим Бога? Вот как церковь учит, что мы благодарим, ну, за все, что Бог дает. То есть какие-то несчастья у нас, что-то хорошее, мы благодарим. Именно за то, что конкретно вот Бог нам, вот, допустим, Бог мне дал, да? Причем я сразу говорю, у меня жизнь, вообще детство счастливое было, вообще не пожалуешься. И да, естественно, я благодарю, а все так хорошо, ну, где-то что-то так случилось, что-нибудь маленькое, а, да, тоже благодарю. Я рассуждала, что, а как другие люди живут, например? У кого-то вообще жизнь ужасная сложилась. И да, церковь опять же учит нас, что и такие люди должны благодарить. Как бы, вот. Но я вот в какой-то момент подумала, что никакой логики в распределении, скажем так, счастья по людям нет. Что мне Бог дал, вот, допустим, счастливую жизнь, не потому, что я такая, а просто так получилось, это случайность, это не какой-то выбор. Вот это учение церкви, что Бог определяет человеку судьбу, я посчитала это безнравственным учением. То есть, как бы, мне Бог дал счастливую жизнь, а кого-то, извините, избивают, убивают с детских лет. И вот это объяснение церкви, вот Августин вот это про это писал, ну, оправдание зла с точки зрения церкви. Я это почитала, мне это вообще на душу не легло, как бы, и зачем лицемерить перед собой, лицемерить перед Богом, я это не приемлю. Вот. То есть, как бы, вариант, что все это случайность, да, тоже не сильно приятный. Вообще, когда всем правит случайность, это не весело. Вот. Приятнее думать, что Бог как-то распределяет там. Нет, и я это... Ну, человек... ладно, я сейчас... Нет, я, пожалуйста, сказала. Закончу, да. Нет, да нет, она не запуталась. Она не запуталась нормально. Нет. А, вот. Она сама... То есть я перестала благодарить, потому что я не вижу в этом смысла. Бог дал Бог мне вот то-то и то-то, не потому, что это я такая, а потому, что это просто случайность. За случайность не благодаря. Я в этом убеждена. Не отрыла себя. А, вот. То есть... Где она была с этими разговорами? 5 лет назад. Нет. И, ну, и во многих других вопросах тоже. То есть для меня вот религия и православная вера – это как бы это то прекрасное, что люди создали. Вот для меня это создание человечества, что люди создали на каком-то этапе, ну, в смысле, на этапе своей истории, чтобы преодолевать какие-то трудности. Вот. Но я убеждена, что, ну, человек должен развиваться дальше, как бы, и вера должна развиваться. Ну, можно вопрос задать тебе, да. Лен? Вот, ты раньше верила, что Библия – это Слово Божье? Да, я верила. Что тебя побудило к мысли о том, что это теперь не Слово Божье, а просто люди написали, напечатали? Меня побудила именно любовь к Слову Божьему. Именно любовь к Богу. Я читала Библию, я пыталась именно понять ее, пыталась ее не просто, ну так, прочитал, а, да, Слово Божие, да, принимал. Именно прочувствовать, именно с нравственной стороны прочувствовать. Как бы я не хотела лицемерить перед собой, что если там написано вот это,
И, допустим, ну, мое нутро как-то это отторгает, я считаю неправильно это подавлять. Надо разобраться почему-то. Я пришла к выводу, что не... Ну, в общем, не религия учит человека, как жить, а человек выбирает себе религию на основании своих убеждений. И да, я этот вывод очень, как бы... Ну, вижу по людям, что человек, вот, вот захотелось человеку в такую-то церковь ходить. Он верит, что а, это Бог открыл мне истину. Потом раз, как-то закрылась, видимо, истина в другую церковь пошел, или там веру в другую. Или наоборот, допустим, какие-то сомнения появляются, он их подавляет, все, я не буду об этом думать, я буду вот верить вот в это. Так, так проще. Верить в Бога, верить, что есть Всевышний, который смотрит, который там похвалит за доброе дело, которое не увидели, любили, накажет за злое. Это, да, это легче. И вот в частности, вот мне, да, мне было тяжело, очень тяжело, и я не прибегала к молитве. Вот. То есть, да, если бы я была верующей, допустим, у меня бы такое случилось, такой стресс, никого видеть неохота, мне было бы легче, я бы помолилась. Как бы я молитву рассматриваю как самовнушение. Как вот, что, извини? Самовнушение. Я бы там, внушила бы себе. Янечка, можно спросить? Все, да. Скажи, пожалуйста, ну, скажи, пожалуйста, вот ты в своих размышлениях о Библии, о вере исходила только из своих убеждений, из своих размышлений, не прибегая к толкованиям святых отцов. Я и читала из святых отцов. Ну, конечно, я не буду говорить, что я много читала, я далеко не много читала. Да, я много из своего ума выковыривала. Вот, как бы. И, ну, было такое, что я пыталась с кем-то советоваться. Вот здесь тоже, конечно, моя ошибка пошла, посоветовалась. Мне сказали, ну, я просто, как бы, это еще было самое начало. Я сказала, у меня, ну, я просто спокойно сказала, у меня появились сомнения. Нормальная фраза, ничего тут такого криминального нет. Сомнение – это хорошо, сомнение – это показатель того, что человек вообще думает. Мне сказали, ты богоотступница, тебя Бог вышвырнет, отвергнет. Вообще это нормально мне, верующему человеку, который любит Бога. Ну, это не важно. Такой же верующий. Единственное, что могу сказать. Нет, подождите, но это происходит уже. Но так что, чего волнуетесь-то так, переживайте. И много иногда мы, братья, на себя берем, когда вот так вот говорим. В ответ на такое. Галя, Галя, братья, молчите, Галя, это сейчас происходит, говорить. Так что что ты волнуешься? Кто-то просто пророк. То есть я просто, ну, конечно, моя ошибка была, что я на этом закрылась. То есть я могла еще кому-то пойти посоветоваться. Но я продолжала, как бы, продолжила в своих мыслях вариться. Потому что я еще очень ранимый человек. Мне одно слово скажи, я буду плакать потом всю неделю. Вот так вот у меня. Ну, вот. То есть начался самоанализ. Самоанализ. Потом уже не я, ну, тоже с некоторыми членами общими, но уже не я шла с советом, а как бы, скажем так, до меня домогались, вот так. Тоже что-то объясняли, рассказывали. И я понимала, что меня, можно сказать, вообще не слушают. То есть просто я высказываю свое мнение. При этом тогда я еще была верующей. Слушают, но не слышат. Слушают, но не слышат, да. Мне начинают заявлять, а, ты сейчас можешь прям покаяться, вот ты слепая там. То есть вообще все мои рассуждения, все мои переживания просто вот как в ничто. Мне такая позиция абсолютно... Нет, я сейчас нет, я как бы поймите меня правильно, я не в осуждении это говорю. То есть да, я не согласна, я считаю, это было неправильно со стороны больной, вы не умрете. Я ни в коем случае не осуждаю. Как бы я понимаю, что да, одни люди так думают, другие вот так думают. Я это больно. А кто, как ты, Лен, думаешь, всевает сомнения в истинность слов Божьих? Сам человек своими мозгами думает. Дошли, а дьявола нет? Я не приемлю учения мистики, любой мистики. Дьявола. Дьявола нет. Нет, я не верю. Дьявола нет. Нет. Нет дьявола. Нет дьявола. Он ее взял в когти. Ну да, сердце, он тебя победил. Вот это единственное, что вы самая большая заслуга дьявола. Демона рукоплещут сейчас. Все. Пусть его победит. Раз по-вашему, только вот так вот это. Истинно так. Происходит.
А то, что Бог, ну, допустим, а вы Бог? Верите в Бога, а Бог мне есть? Без разницы, есть Бог. Это Бога потому нет. Что это никак не. Я тоже один главный вывод сделала, что вот, собственно, это связано с моей фразой, что человек выбирает себе религию, а не религия учит человека. Что у человека есть какие-то убеждения. Это не смысл. И большой. У человека есть убеждения, и он согласен с этими убеждениями, выбирает себе Бога. Вот это даже так можно сказать. Что человек в Бога приписывает Богу свои качества. Ну да, это кажется как бы такая странная фраза, но какой у человека идеал, он этот идеал приписывает Богу. Если у человека идеал это, ну, прощение, любовь, то он, соответственно, и представляет себе Бога таким, и выбирает себе веру. Что, вот, допустим, та, которая есть... ближе ему, да, получается? Да, я именно так считаю. А ты когда... Дядечка, брат, я думаю, что мы уже выяснили все, да, и мы возвращаемся на круги своя опять. Да, да, да. Дядечка, спасибо тебе, дорогая. Благодарю тебя, что ты пришла и набралась смелости сказать о всем, что произошло с тобою. Это очень важно. Да, это ты подала пример другим людям, которые могут иметь такие же сомнения или подобные сомнения, чтобы уходили по-человечески, а не как подобно другим, которые вышли без благодарения. Мы благодарны за то время, которое ты была вместе с нами, что когда ты молилась вместе с нами, веровала. И благодарны, и желаем тебе только добра на твоем жизненном пути. Спасибо, Иисус. У меня как бы одна просьба, ну не то чтобы просьба, а пожелание, что как бы я ни о чем не жалею, я благодарна, я даже, как бы сказать, горжусь тем, что я здесь в общине была. И как бы я так подозреваю, что, ну если, допустим, вот эту историю кто-то услышит на стороне, да, ну допустим, противники нашей общины, вот верующие люди, обязательно скажут, что, а вот, смотрите, какая у вас община, видите, кого вы вырастили со своим чтением Библии, да? Потому что я сейчас сделала акцент на том, что, как бы, я осознанно верила, да? И многие идеи я из именно проповедей, которые здесь слышала, взяла. Ну, то есть, как, ну да, так и скажем. И чтобы, как бы, вы, в свою очередь, тоже от меня не отрекались, что, там, я такая плохая. Что в глаза вы меня не видели. Ну да, Виктор Андреевич как бы это высказал, да? Да. Ну что, я подозреваю, вот обязательно начну говорить, как бы обвинять вас на моем примере, вот так. Вполне будет, конечно. Да, и как бы я, как... Лен, ты в этом ни при чем, поэтому успокойся. То есть я могу сказать, что твоими устами, ну вместо твоих уст, что ты не согласна с этой мыслью, которую высказываешь. Что ты будут осуждать. Будут осуждать, да, вас, как бы не соглашайтесь с этими осуждениями, вот. Потому что осудят меня, потом вас же, ну, они и так осуждают. Да, да, поэтому. Да. Леночка, можно пожелание тебе высказать? Небольшое, библейское, опять же. Ну, ты Библию знаешь. Девиз всей твоей дальнейшей жизни будет такой, отвергни себя, возьми свой крест и следуй, как бы там ни было, за Христом, да. Ну, который Бог. Все, это тебя ждет впереди по полной программе, как Высоцкий поет, колея это только твоя, и будешь выбираться только своей колеей. Ты нам никаких шансов не оставила, чтобы тебя уговорить, тебе объяснить что-то. У тебя своя колея натоптанная, извини, у нас у всех колея Христова. Мы все идем только по его окровавленным стопам. Прости уж, у нас так получилось. Леночка, мое приглашение остается по-прежнему. Да, и вот, что мы ничего не смогли еще, в Библии есть такие слова, ну, когда пророк говорит, когда Господь говорит пророку свой сон, рассказывай как свой сон, мои слова, говори как мои слова. Я не помню, это, может, вы лучше помните, у кого языки или это? Ну, в общем, я вот, языки или, да? Да, вот эти слова тоже меня поражали всегда. Что как бы сам Бог говорит человеку, что если ты до чего-то додумался, ну ты это, вот я это и всегда считала противоречием, что люди верующие говорят, мне Бог открыл. Угу. Как открыл? Что, говорил, прилетел, Библию тебе дал в руки, прям откровение, ну, в смысле, да, веру. Как бы, я считаю, человек должен отдавать себе отчет, что он до чего-то додумался сам.
и не, ну, как бы, да, можно сказать, я верю, что вот это мне открыл Бог, я верю, что вот это мне внушил дьявол. Ну, просто иногда как-то люди забываются и начинают сильно вот с себя ответственность снимать, а вот это дьявол сделал, вот это Бог сделал. Я считаю, это неправильно. Так и было, да. У меня лично так было. Так и есть. Так, ну, завершаем еще раз, поблагодарим Леночку и пожелаем ей всех благ все-таки на ее жизненном пути. И возвращение к истине. Игнат Игнатьевич, дайте, да. Может, кто хочет сказать что-то. Игнат Игнатьевич. Все-таки так, вот. Мы уже дважды порвались закончить. Я думаю, это тоже от Бога. У немцев выходило журнал всегда такой назывался «Вахеншоу». Понедельное обозрение того, что было. Вот у нас что на этой неделе было, я прошу усилить молитву. Мы только вчера, позавчера были, где надо, там по музею. Это зависит от краевой администрации, хороших людей Бог дал. И долго искали, где снимки, почему не могли доставить. Я дал представительство совета, ее там прокурор вызывал, его не было, он на деле был. И не знаю, но все под снегом. И вдруг я на флешке нашел все фотографии. И в это время Сергей уже связался, и мне позвонили. Сказали, давайте отложим до понедельника, что-то там торопится. Я говорю, нет, только сегодня. Понедельником я уже не властен распоряжаться. И тут Сергей приехал, и мы поехали, и документы сдали. Там Татьяна, Тамара, молиться они. На сегодняшний день они очень расположены. Все показывает, каждый снимок. То, что если это музей будет превращен в лагерь, это был единственный за всю, может, мировую историю. Таких музеев не было и нет. Обычно что там, горшки старые наши склеили, показали, достали. А здесь то, что было, для того, чтобы побудить людей к тому, чтобы узнали, что у нас около 3 миллионов беспризорных детей. Государство нигде денег не отпускает. Вот в этой обстановке надо научиться жить красиво, никого не проклиная, интересно. И вот наш бывший лагерь. Приезжают люди, уже все было, и мы рассказываем. Он называется комплекс. Музей-комплекс для бедных лагерей. Музей, в скобках, комплекс. То есть половина больше находится в деревне. Показать, что у нас там тестомес есть, одеяние, которое храним, где... Если кто-то будет делать, он своим путем пойдет. Но мы показываем, что у нас 19 лет мы были до образования Потеряевки. То есть на голом месте. И как мы все хранили, как прятали, как землю получили. Такой истории нету. И это все размножить в тысячных экземплярах можно. Я знаю силу Божию. Ну вот так, молиться. В течение 30 дней они должны дать ответ. Для меня важно, чтобы меня пригласили на рассмотрение. Они сразу показывают свои шаблонные понимания. А в музеях, вот он музей, история, литература, искусство. Да, где-то старые книги, где-то отобрали, где-то украли, где-то поставили. Там ничего больше нету. Ты посмотрел, вышел, не взять не можешь, не притворить, потому что это прошлый век, кости. Здесь конкретно сейчас то, что ты видишь, и поднять на новый уровень, начинать работать, искать своих помощников, волонтеров, то, что у нас делали. И такой лагерь, это музей, можно зарегистрировать. Самое главное, зарегистрировать. И там два варианта. Один такой простой, то зарегистрировали, никаких претензий нет. А тут, в какое время будет действовать, с какого времени, по какое каждый день. То есть все, я на все вопросы ответил. Сколько именно хранится там, сколько обслуги, где, как и что. Таблицы на двух листах, я все заполнил. 144 только снимка им дал. 144 это вполне уже можно определиться. Как колодцы копали, как вода. Ну, это дети. Самое главное доказательство, 45 лет, неизменная дисциплина, которая даже из летного училища приехал тут, Акопян, Сергей Живанширович, он говорит, у меня в летном училище военном нет такой дисциплины. И дети это принимают из года в год приезжали. Ни одного заболевшего. Если больной был, уезжает совершенно другой. Наркоман тут привезет, схватил коноплю и дует в нее. И это все уходит. Почему? Молитва, пост. Помолиться, на этой неделе может ничего не будет, но дальше будет. Помолиться о том, чтобы, ну, как Господу угодно. Дальше. 7 минут у нас. Это такая редкость православия, что может быть нигде и нет этого, что полное молчание, сосредоточиться, приготовиться к молитве. Если в это время
объявлено было, встать всем на молитву. Ты уже вплотную к порогу подошел, ты должен только развернуться и стоять. Пока по сегодняшний день не было нарушений. Сегодня было нарушение. Я объявил, человек бьется, меня толкнул, я же он стоял, увидела. Фигурица по стенке не покатился. Это не годится. Это недисциплинированно, сразу. Во-вторых, я немощен, я не могу. Господь берет на себя управление, а это означает, ты будешь сразу же лежать в постельный режим, поверил, завтра же. Мы же испытали. Я доверяюсь Богу, ничего не сказал, вижу, что не в своем, говорится, уме человек делает это. Только произнесли, все, полное молчание. Это что сейчас человек говорил, это все можно показать, что это означает. Дальше. Почитали про прокаженных, бесноватый пена. А что значит пена? Где она? Зачем про пену говорить? А вот все остальное, что говорится, это та самая пена, которую враг надувает. А я сидел и думал. Паскаль тоже сидел, думал. И такие у него произведения. Дарвин сидел, думал. Ленин думал все время, там в шалаше сидел, думал. Гитлер думал. А кто рядом стоял? Когда к Иоанну Златоусту пришла одна женщина, у ней мужа взяли, и вот-вот его казнят. Она к Иоанну Златоусту пришла, последняя инстанция. А у него секретарь Прокол. Он говорит, хорошо, уже все принял. Замочную-то скважину глянул, а там два, как... Посетитель-то прошел. Второй день, тогда третий решил никуда не отходить. Иоанн Златоуст только заходит, он встал около двери. Посмотрел опять тот человек. И он тогда сам зашел и говорит. А кто у вас сейчас был? Он говорит, никого не было. Он голову поднял и видит апостол Павел икона. Так вот он был. А Иоанн Златоуст в это время как раз писал толкование на апостола Павла. И Иоанн Златоуст сразу понял, что он не просто пишет, а кто-то рядом стоит. Почему это толкование не имеет равных в мировой практике? Кто рядом стоит, когда ты размышлял? Какие силы? Кто навешал одному человеку, который в церковном хоре пел, и решить окончательный еврейский вопрос, всех уничтожить до одного? Кто рядом стоял, когда эта мысль пришла? Не только Ницше. Мы верим в невидимый мир. И при том это, как видел Макарий Александрийский, это все... Они так, они говорите мне про дьявола. Люди прищаются в церкви, еще смотреть. Поздравляем. А он видит, по церкви мещутся темные эфиопы. Люди разевают рот, руки сложили, а демоны в это время толкают в рот уголь. Вот все ваше причастие. Почему никто об этом не говорит? А это 19 января, за январь месяц, Дмитрий Ростовского жития. Тут уже мы должны прислушаться. И при том это не единожды. Притом не единожды. Вот, допустим, Семен Иродивый бросает камни, по улице бросает, ну, не пройти нельзя, говорит, совсем сошел сумасшедший. А в это время собака побежала, и сразу собака скрутила ее, завертелась, залаяла, пена пошла. Он один только видел, что здесь засел демон, он его видит. И бросает камни, сказать нельзя, чтобы люди не проходили, отступили назад. А собака этого не видела, проскочила. Вот я сидел, я думала, молитвы не было? Не было. Кто авторитет имеет, отец, нет, мать, неверующая. Все понятно. Вот батюшка поехал, или мне он характеристику дает, митрополит, под церковным судом не состоит. А здесь человек из коридора не выходил годами. Вы не думайте, что это все мимо. В это время истинного покаяния трудно вынести время. А я ухожу. Это готовый на 100% товар в любую секту. Их 20 тысяч в одной Америке. Любая, кто первый сейчас только подсуетится рядом, человек сразу там будет. Все, готово. Готовый, чистокровный сектант. Церковь, да я думал. А думать не надо в этом вопросе. Шестой Вселенский собор, 19 правило. Показывать, ничего не толковать в Библии, кроме святых отцов. Ты это знал? Знал. Зачем ты эти размышления? Кто рядом стоял? А мне не нравится кое-что. А что именно не нравится? Это не сказано. А там написано, канон, что если 2-3 воскресных дня человек не был на богослужении, да будет извержен. Ты уже давно не член, не то что он вышел, через это обнаружилось, что не все наши. Это только глаза наши открывают уход. А этого человека давно уже нету. Согласно правилам, которые приняли Вселенские соборы. Тут умничать не надо. Или да, или нет. Решительно. Вот эта вся пена и идет. Тратим время, слушаем, а это ничего не дает.
А я вот выслушал, человек не изменится. Три ступени. Первое. Ропот. Человек недоволен. Внутри себя или где-то. Второе. Таиться. Я не прихожу. А третье. Бегство. Всегда одно и то же. Которые ушли одинаково. Он на первой ступени остановился? Нет. Появилась мысль. Он должен подойти и пасть. Брат, я тебе так плохо подумал. Сестра, прости. Вот она учится плохо. И не, поболела, не может. Какие примеры, что учиться? Я напоминаю. Журнал «Вокруг света». Показан старик, едет на коляске на этой, колеса крутит. Внук два раза сдавал экзамены в университет и не поступил. Дед, говорит, страшно разгневался. Ему 84 года, деду. Он поехал, и все до одного экзамена вступительных сдал на отлично. Вот он сколько лет-то уже не учится-то, 84 года, ясное дело. Вот, пожалуйста. Вот мы считаем, человек сидит в тюрьме. Потерянные годы, он с ума сходит от одиночества. Но оттуда выходит Морозов. И только вышел, когда освободили его, и сразу же пошел и сдал полную программу за три университета. Почему не берем пример? Как занимался Отто Юльевич Шмидт в советское время? Какую программу пошел? Он сам себе нарисовал. А я не могу, ты свои таланты не знаешь. Из угла в угол слоняйтесь дома. А ты забейся в такой уголок, чтобы тебе ни один не мешал, ни брат, ни сват. Я должна это знать, должна, помоги Господи. И Бог внезапно отверзит тебе такие двери знаний, что ты сама будешь удивляться. Это совершенно другой человек. Это у нас не было человека, который говорит. Это тот, кто брал, кто шептал, он его настроил. Теперь он приходит. Эту заразу выслушивать, что вы совсем не понимаете. Внимательно смотреть, мы в пене утонем. Это демон захватил свою позицию. Захватил, это вне церкви. Здесь что у нас есть, я не знаю. Сколько знаю, священников нас знает, говорит... Кто у вас будет священником после батюшки? Мы, никто не поведет эту общину. Это архиерей наш говорил. Я, говорю, здесь в подвешенном состоянии себя чувствую. Какие вопросы? Сколько положено? Только в скайпе три раза в неделю по полтора часа. И здесь еще четвертый раз. Столько занятий. Столько Евангелия, столько литературы. И я думал. Ты сначала узнай, что есть, а потом думай, начинай. О чем ты можешь думать? Только об одном, Господи, как это выполнить, тебя не огорчить. Как тебя прославить, Господь? Ты об этом должен, а не толкование давать. Все 20 тысяч в Америке сект, каждый думал. Думал и придумал. Пожалуйста, нет субботы. Суббота, душа, души нету. Все отметает. Ад, ада тоже нету. Дальше. Вот он, Бог без, глухой, немой. В это время ходил человек на благовестие. Нет, слышал, что святые говорят. Нет. Глухой, немой, без захватил позицию. И ты по-другому не толкуй. А я знал, что будете демонам говорить. Он знает, он заранее сказал, чтобы не говорили. Он-то знает. Ты о себе не мысли высоко. А скажи, я не могу ни одной мысли это. Ты хочешь священником быть? Шесть слов от священства Златоуста прочитай. И закрыв руки из семинарии, выскочи, как обожженный. Ты ни одного семинариста сегодня не найдешь. Слова Иоанна Златоуста. И как осмеливаются люди идти во священники. Возьмите, Нил Синайский говорит об этом, Василий Великий. Те, которые ничего не сделали, даже шаг к тому, чтобы быть нормальным христианином. Я подал заявление, там узнал экзамены какие. Повторяю, не мои слова. Иоанна Златоуста, шесть слов о священстве, так и называются. Прочитай тогда, подавай заявление в семинарию. Петр не подавал никуда семинарию. Бог видел камень на его твердость, его избрал. А какие семинарии заканчивал Иоанн Богослов? И вообще все апостолы, не считая Павла, ни один, ничего нету. И по сегодняшним меркам, когда на патриарха избирали, они поставили, ну как, когда-то был человек один такой, любил награды. 25 лет пребывания в партии. Так и здесь, 25 лет административной работы. Дальше, академические звания какие-то, это на должность патриарха избирают. Туда по этим нормативам ни один апостол не подходит, ни один пророк. И не стыдно ничего. Вы сделайте так, избрали людей, изведанных в Духе Святом, как Стефана, когда избирали. А поэтому весь народ будет свидетельствовать, да, здесь духовно, здесь обратилось, здесь он не проспал, здесь он выдвинулся, здесь победа, здесь ничего нету. Кандидатура. Бери для себя это. Ты бери таких людей во внимание, которые больше нас. Веденский был. Представь, Веденский, это вот как раз в этом обновленческом движении. Шесть университетов. Вы понимаете, что это, что такое?
И Господь открывает такие им дела. Поступает в академию, 5 лет, сдает ее за 1 год. Притом, это не один человек, я называю по именам, которые были. Вот мы сейчас слышали про Головину, сына Анастасии, это его иеромонашеское имя, и отец Владимир Валентинович. Теперь даже его отцом Якова нельзя называть где-то. Решили, все надеялись, вот этот как раз шахматов Алексей, он быстро начал собирать 100 тысяч подписей, чтобы разобрался патриарх, потому что последнее, если навсегда извергается из сана, решает архиерей, но утверждение должен дать патриарх. Патриарх дал, видел он, считал, никто не знает. Но тут следующее еще никто не знает. Следующее, эти извергаются, добавляю, в греческой церкви ни одного за 2000 лет не извергли из сана, а запрещением служением все. И он священником остается, с ними вместе, когда собирается, он может там пребывать, и в алтаре, и везде здесь. Нет, значит, дотоптать окончательно, это уже факт русской натуры. Католики, больше миллиарда католиков, и за 2000 лет ни с одного сана не сняли еще. А там было, и все только не было, выкупали они, сколько миллиардов долларов, продавали храмы, чтобы священников, которые в педофилии везде там замешаны, выкупить, не отдать. А здесь сами друг друга пожирают. Вот это о чем Максим Степаненко подробно показал, это наша система русская. Тут еще другое не скажешь. И вот 3 апреля, это совсем рядом, ну никто не знал, что дальше патриархи это будут делать. Сделали, а смута-то какая огромная. 100 тысяч человек смахнули вот так. Не просили что-то, ну, поговорить хотя бы, вывести на обсуждение. А в интернете там это, ясно дело. И вдруг этого самого Пармена, у них, говорит, архиерея, сразу с Чистопольской епархии переводят в Челябинскую вроде. Сразу же. Почему? Потому что там весь народ на той стороне, а потом вот тут на новом месте он опять в дамках. Если это так, как есть. Это в интернете я беру. Сведения такие. Понятно где. Так, не сами же придумали. Есть такое одно выражение, не знаю, где, откуда появилось, но повторяет его секретарь патриарха Тихона Троицкий. Это все остальное дымное надмение мира. В каждом слове история. Дымное надмение мира. Вместо покаяния, а это только и открыло бы, сбросить тяжесть греха, а дальше уже и разговор, сейчас слова не выбьешь, а тут смотри, какой рекой течет, где и с повторами, ничего нету, ничего нет. Вот тогда, как просит это Бурлакова, на другая фамилия, бросилась под поезд, другие там с этажей, вопросы не решаются нигде, только покаяние и смирение. Другого пути вообще нету нигде. А здесь он тебе и друзей подаст, которые будут говорить, ты правильно сделал, да эти фанатики, да экстремисты, да. А ты что имеешь взамен? Что сделал для того, чтобы кого ты привел сюда? Ничего этого нет, это пустое место. Пути никакого нет. Объявлять пост тому, кто это сделал, что подчинилось этому веянию, думала. А думать не надо. Мы не будем говорить биографию. Ты сама ее знаешь, эту биографию. На первом месте стояло что? Ну я сошусь на родного отца, можно? Он сидит, отец сидит здесь. Валерий Стокольский. Он говорит, а она сказала, мне надо свою жизнь устраивать, личную. Так? Вот, ну видишь, что он не отрицает. А что такое личную жизнь хочешь? Тебе никуда надо идти, только в чат-рулетка. И ты устроишь ее сразу в 10-кратном размере. Там больше ничего нету. Там устраивать свою личную жизнь. Именно в этом направлении. А личная жизнь какая? Я и Бог, мы двое. И я хочу быть с ним навеки. И что отлучит нас от любви Божией? Причина одно отлучит. И Павел говорит, ничто не отлучит. Ни скорбь, ни печаль, ни настоящее, ни будущее, ни высота. Перечисляет, хватит нам беседовать сколько, всю жизнь. И ничто не отлучит, а здесь любви-то нету. Во время, когда здесь шла служба, что делал? Человек спал. А теперь там не ладится, там не ладится. Это все совершенно нормально. Тот дух, который тебя выводит, он не говорит дальше. А остальное, что показывал хорошо, это агитация. Как человек, видя анекдоты рассказывает, в ад-то, где он смотрит, там что-то молится, мне не надо. Увидел, пьют, гуляют.
Я сюда хочу, только зашел по затылку и в котел. А это агитпункт у нас впереди стоит. В ад, заманить. Там все разрешается. Разрешилось. Мать довольна? Такой и мать будет недовольна. И ты матерью недовольна. И дальше один шаг для того, чтобы, говорится, с 10 этажа достичь первый. Эфир наполнен буквально этим. Мой совет один только. Тот, который, когда люди отступали и говорили, встань на колени. Яков постник больше сделал, когда говорили, вот, привели там на извлечение, снасильничал, потом убил, потом в озеро, бросил в реку, унесло. А потом сразу сатана говорит, а теперь повешайся. Он подвел к финишу. Да ладно, Господь еще обратил внимание. И он теперь закрылся, замуровался, и теперь молил. И Бог снова вернул эти дары, которые были. И дождь начинался по его молитве. Ответ только один. Знаете, отвергнись себя. Первый шаг. Твое я напиши, из чего оно сейчас состоит. То, которое было, и которое я сегодняшнее, напиши на двух листах. Вот это было я, когда обратилась, принимала крещение. Как было? Это был я. У Жан-Поль Рихтера подробно Белинский об этом описывает. Когда стоял старик перед окном, видел, как люди в Новый год-то, и он все погибшее. И где я был? Теперь откуда пошло начало? И он плакал горькими слезами, и вдруг встрепенулся, оказывается, юноша еще, но не умер, это сон показан. Он изменил жизнь сразу. Явно Кронштадтскому открыто было, танцплощадка, танцует. И он сразу подошел одного, оторвал офицера и говорит, поговорить надо. Ты когда причащался, то другое. Знаешь, поторопись, у тебя времени уже совсем нет, часы в 12 уперлись. Офицер и послушался. Через два дня умер. Совершенно не болел. Тромб оторвался или что-то. Это что нам история сохранила? Ты ничем, человек, не играй, тем более душой своей, которая столько имела. К нам, когда люди заходят, я уже говорю, не два, не три, 32 миллиона посещений, миллиона. И все говорят, такой общины мы не видели, не знаем, чтоб так заботились о каждом человеке. Не так мы беседуем. В лагере четырежды в день разбирали, какие неурядицы, кто что делал. Была в лагере, знаешь? Где, в каком заботиться так? Вообще нет, лишь бы отбыть, получить, уйти. Мы делаем это бесплатно. Бесплатно во имя Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы слышали такое, что, чтобы изгнать этого духа, беснования, пену эту сбить, пост и молитва. И кто больше всего против воюет это? Никто, а монахи. Послушание не Христу, а Авве, человеку, настоятелю монастыря. Превыше поста и молитвы. То есть главное оружие Бог дал, здесь только держись за рукоятки. Все трясет вокруг. Враги падают колоннами. Нет, вот этого Авву слушать дороже поста и молитвы. Бог говорит, дороже нет ничего, оружия даю. Пост и молитва. Это в каждом монастыре говорят. И так и здесь. Что тебе самое дорогое? Пост и молитва, объявляй. Господи, как молилась Евдокия. А Герман говорит ей, Евдокия, ну она самарянка была красивая, принимала ее, всю личную жизнь устраивала. И он сказал, ты 5 дней или неделю там не ешь и не пей, и врата небесные откроются тебе. Так и получилось. Она сразу же с этого момента рот закрыла, заклеила лейкопластырем и все. И далее... Далее мы знаем, что будет, сколько придет человек. А житие святой Ирины, 150 тысяч человек обратилось. Я больше его не видел, ни у апостолов, никого. А почему избранный сосуд? И начинали всегда только с того, что поклон земной и не вставать, пока Бог не выполнит обещание. Приходящего ко мне не изгоню вон. Вот у нас нету, допустим, Оли Соклакова, ее нету. Все виновата мама была, мама болела, никого к маме не допускала, лукавство. А теперь и мамы нет, умерла, и самой нету. И все время только пришли, опять посоветуйте, стоит с женихом в дверях. Уж дело прошлое сказать. Замуж. Какой тебе замуж? Ты ума-то себе не дашь. Остановись на этом. Ты сама одна себе не годна. А в таком состоянии ты неделю не проживешь. Ты думала, считала, мыслила. А мыслишки-то там, говорится, какие они? Если мы гигантам духа не доверяемся, то наши тараканьи мысли, они... Только сегодняшним днем, лишь бы абы как. Об этом будем молиться.
Господь близок к сокрушенным сердцем. И ничего подобного никогда не надо выслушивать. Ничего там нету. Первый шаг, то я сделала не так, а теперь прошу всех со мной объявить пост и молиться. Другое не надо, все кончилось на этом. Все остальное это пена, которую сатана нагоняет. А когда пожар тушат, то тушат его пеной. Это пожар, пожар, который внутри. Это такие вот трубы, раструбы. И вот примерно таким слоем пена ползет и наплывает там, где ну, бочки с бензином, еще она сразу накрыла и все погасло. Вот эту пену надо обратить в другую сторону, погасить, что в тебе негодное есть. А это, что со дня на день думала, говорила, а теперь еще повторю это, и опять укреплюсь, молчали, никто не сказал, и говорить-то не о чем, только ахнуть и сказать, пропала душа. Найди ее, Господи. Но она сама ей распоряжается. Сама себя будешь страшиться. И это недалеко, оно уже вошло. Богу слава. Можно прочитать Слово Божие еще? Да. Я книгу притчу прочту, потому что не сказали еще об этом. Седьмое, первая глава, седьмой стих. Начало мудрости – страх Господень, доброе разумение у всех, водящихся им, а благоговение к Богу – начало разумения. И дальше вот премудрость говорит, зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу, с утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Аминь. Первая глава. Игнатий Тихонович, еще от, это, от я от себя. Не так уж долго и слушали, потому что вообще сначала не было понятно, о чем человек говорит. Да. А когда все поняли, то сразу и все. Замолчали. И мы не хотели остановить собрание, мы просто остановили уже ее. А дальше бы вы спокойно сказали. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей стран нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое Бог и Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Братья и сестры, ой, простите. Господи, услыши наши молитвы и прими ее и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Мы моляем Тебя, любящий наш Отец Небесный, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Господи, Ты наш Творец и Создатель, и знаешь последний день нашей жизни, и где мы будем в вечности. Услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни ее. Мы просим во имя Иисуса Христа, Господи, и нашу молитву прими. А всех, заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй. И эту несчастную душу пощади. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой.
Аминь. Аминь. Во славу Божию. Братья и сестры, хотим поздравить Тамару. У нее был день рождения, 3 числа. Она болела. День рождения у Тамары? День рождения у Тамары. Ну и ладно. Тамара, когда будет? Тогда и скажите. Не надо просить. Андрюша, Тамара, когда будет день Тамары? Именины. Никогда день рождения. День именины. Ну, раз мы поспали. Ну, что это? Ну, ты не поспеть, что ли? Ты не поняла. Подарок-то вон там уже. Пешочек. Енафа, ты передай, что мы желаем ей много лет. Когда именины Тамары? Да, и все. Я же передала много лет. Когда день рождения? Чего вы опять одно и то же начинаете? Что такие вы добролюбивые? Непонятно. Вы любите Бога, а непонятно что. Чего вы мне не поете на мое день рождения? Потому что я вам... Да я вам ставлю такого на мое день рождения. Вы подпрыгнете. Никто не пел. Ты же сам говорил. Никто не пел на мое... Когда у меня день рождения? Апреле. Какого апреля? Никто ничего не знает. 2 мая. Потому что я свой... Неправильно. Я свой день рождения не исправляю. Вы не знаете, когда. И я вам не скажу.